Чаяния кызылжарминцев услышаны. В этом году дороги будут приведены в порядок. На 23 улицах будет проложен асфальт. 20 улиц будут вымощены гравием. Вместе с тем будет проведена модернизация систем электро- и водоснабжения. Об этом на встрече с населением сообщил аким города Асылбек Шаменов. Основная проблема Кызылжармы – это разбитые дороги. В дождь невозможно ни пройти, ни проехать. Проблема с дорогами. Мы настрадались от этих дорог. В рамках программы «Аул Ельбесыга» будут заасфальтированы 23 улицы. Работы вот-вот начнутся. Сейчас мы поручаем акиму округа. Мы должны ежедневно контролировать, лично вместе с подрядчиками проверять качество их работы. Численность кызылжарминцев уже достигла 15 тысяч. Растет и детское население. Нужна новая школа. Вопрос будет решен в рамках национального проекта «Комфортная школа». Здесь будет построена современная школа на 900 мест. Выделенные средства по линии «Самрук-Казна Констракшн». Проектно-сметная документация готова, проводится тендер. Как только конкурс завершится, начнем строительство. Жители беспокоят и проблема с питьевой водой. Мы сами проложили трубу и провели воду, но со вчерашнего дня воды нет. С наступлением тепла все время так. Воды нет, проведены всего 20 труб, но этого же недостаточно. Населенный пункт расширяется, поэтому здесь пробурим еще 3 скважины для питьевой воды. Мы должны решить все эти вопросы в ближайшее время. Аким города также сообщил, что будет налажено стабильное электроснабжение. Есть проблемы с электричеством в Кызылжарме. Сейчас готовится проектно-сметная документация. На ее реализацию средства запросим из областного республиканского бюджета. После встречи Асылбек Шаменов провел прием граждан по личным вопросам. Лимара Иргебаева, Ильдос Асан, Айбек Кажаубай, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.